В областном центре после вмешательства прокуратуры работникам частной организации выплачена заработная плата на сумму более 360 тысяч рублей. Долги по зарплате образовались перед 18 сотрудниками компании «Радуга Великий Новгород». С целью восстановления трудовых прав работников прокуратура города направила в суд 14 заявлений о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. В настоящее время заявления прокуратуры удовлетворены, задолженность перед работниками погашена на сумму более 360 тысяч рублей. По материалам прокурорской проверки должностное лицо штрафовано на 2000 рублей. Ситуация с выплатой оставшейся суммы долга находится на личном контроле прокурора города Ефима Мостовщикова.